Так, дорогие друзья, мне понадобится сейчас в моем самолетике, который я делаю, делать разные надписи на нем. Но, к сожалению, там этого нет, а надписи нужны. Поэтому я нашел один туториал, который вроде бы как позволяет это делать, и хочу за ним пройти весь этот путь. Он делает таблетки. Так, то есть пилюльки. Сейчас как раз тема такая пилюлечная, да? Вот мы циркл взяли, 12, поставили его на попа, R, X, 90 градусов, вот так. Так, теперь E, нет, надо выделить, Edit Mode, выделяем наши полигоны, E и тащим по Y. По Y тащим, вот так. Примерно. Так. Здесь не будет работать. Так. Здесь надо F поставить, скорее всего. Так. И теперь, выбрав, мы скажем Ctrl-B. И сделаем вот такую шляпочку. Хорошо. Теперь нам надо этот объект Shift D потянуть по Y, перевернуть R по оси X 180. Так, потянуть его теперь на место. Где его место? Его место вот тут. Это будет G, Y. Что такое? Это будет G, ну, по Y. Все правильно. И немножко заходим вот сюда. И увеличиваем. Чтобы одна как бы в другую входила, да? Так. Ну, здесь мы можем сделать сразу же. Хотя посмотрим. Теперь мы можем выделить, опа, объект, вот эту, да что такое, эту, и сказать Ctrl-J, соединить, да? Ага. И теперь Ctrl-2, вот, сделали их красивые, да? Теперь смус сделать здесь. Сразу же в нормальных сказать. Autosmooth. Вот он. Так, хорошо. И следующий наш момент. Объект мод. Вот это. Мы, пожалуй, соединим сейчас E, S. Вот так. Сделаем как бы утолщение. И смотрим. Да. Если оно нас не устраивает, мы можем сделать еще. Хотя, почему нет? Пусть так будет. Так, ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас получается. Так, камеру настроим на эту таблетку. Берем плоскость, plane, S, раздвигаем ее, да, и опускаем G, AZ. Где-то вот так. Окей. Смотрим. Видим, что правильно у нас все. Хорошо. А, утонула малость. Все-таки малость утонула. Да? Поэтому вот так. Все. Есть. Так, мы вот сюда. Сейчас с вами, как всегда, вот здесь, в этом настройке мира, загрузили вместо колора HDR-карту. Вот она. Вот она здесь появилась. Background, color. Так. Можно немножко увеличить, уменьшить. Так, давайте мы посмотрим сюда. Размер, скажем, маленький размер, допустим. Да, господи, 400 на 400.
достаточно. Потому что он просчитывает это все хода. Да? Давайте посмотрим. F12. Вот так. Ага. Понимаем уже, в чем дело. Здесь ставим 0. А тут 0. Э. 0. Вот так. Пока 0. А где у меня тут? Ну да. 400 на 400. Вот так. Теперь смотрим. Темновато будет. То есть подключили, здесь стринж возьмем, скажем, 0.4, сделаем background, ну, 0.4, вот так, так, и пойдем посмотрим, вот здесь color management есть, вот так, и вот этот фильмик, надо его на стандарт поменять, и давайте посмотрим, что получится, вот, вот теперь все выглядит хорошо, контрастно, замечательно. Так, отлично. Это мы сделали, это сделали. Так, теперь нам нужно нажать кнопочку Ctrl-T. Здесь. Вот они. Маппинг сразу подключился и текстур координаты. То, что нам нужно. Так. И если мы недовольны тенями, то мы можем вот тут HDR нашу повращать по нужным нам градусам. Так, допустим, так. Вот с этой стороны у меня там солнышко, вот тут по Z. Ну вот так я буду доволен. Все. Повращали, получили. Ну а теперь нам нужно в режим объекта зайти и сказать новый материал. Вот он появился. Новый материал. Хорошо. Так. Подальше чуть-чуть. Это сюда. Так. Мы сделаем красный. Опа. Нет, не то нам надо красным делать, ребята. А вот это. Вот. То есть я не туда зашел. Объект новый. И сделаем настройку. Красный вот так. Спекуляр добавим. Шероховатость можно убрать. И, в принципе, смотрится хорошо. Тут, конечно, мы можем пойти вот. И еще поуправлять, допустим, да, тут. Тут как раз для этого здесь и хорошо. То есть вот так вот немножечко цвет снизу можно сделать. Можем не делать. Лучше сделать. Там все-таки белый фон. Вот так. И идем обратно в объект. Вот у нас с вами есть первое начинание такое. Так, заходим в Edit Editor. Вот это выделяем, L нажимаем. Так, идем в материалы, добавляем новый материал и говорим о себе. Все, он белый-красный, как и должно быть. Теперь, чтобы сделать здесь надпись, мне надо выбрать вот эти. Но я, давайте мы сейчас сделаем здесь Apply. Вот это вот циркль, да? Apply. Невозможно применить, я понимаю, почему Apply. И идем теперь в Edit Mode. И вот здесь выбираем. Так. Здесь мы выбираем. Так, Select. Нужные нам частички. Вот так, 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 так. Тайлки. Покрупнее надо сделать. Здесь. Ну, к примеру, вот так. И говорим U. И говорим Unwrap. Вот она появилась. Вот здесь. Да? Хорошо, вот это вот как раз здесь он врапинг получился. Отлично. Так, сюда мы сейчас, подождите, откроем текстуру. Они у меня будут антипили, то есть против всего. Вот выпил и все.
и уже здоров. Так, где у нас тут? Я же где-то сохранил. Вот она, анти называется. Вот мы ее открыли. Так, теперь вот это разместим на ней. G. Вот так. И S мы сделаем вот так. Вот, вот так у нас получится, что она здесь. Но чтобы мы ее увидели, нам надо здесь сделать ADD текстуры. Image текстур. Подождите, ADD текстуры, image текстуры. Вот они. Вот. И здесь у нас тоже эта текстура должна быть. Насколько я понимаю, Blender. Текстура, вот она. Так. И вот мы ее как бы получили, да? Но мы видим, что она... Так, нам надо как-то это делать. Ну, во-первых, я думаю, что надо G по Y. По Y? Нет, это по X. Вот так сделать. И с этой стороны, то есть подогнать эту вещь тоже сюда. G по X. Вот, теперь она здесь анти получилась, да? Но она у нас перевернута. Поэтому надо сейчас выделить это дело. Попробуйте перевернуть ее вот так. Вот так ее перевернуть. Она вообще-то странная какая-то. Не так, наверное, это надо было все делать. Секунду, сейчас назад отыграем. Вот она это. А, так. Надо просто было делать большую. Мне кажется, и ничего не трогать. Ну, в смысле. Еще раз. Здесь ADD текстура. Image текстура. Так, это сюда, это сюда, это сюда. И здесь, скажем, открываем эту текстуру. Вот она. Говорим, что она вот тут тоже. И соединяем с базовым колором. Мы видим, что она перевернута у нас, да? Так, давайте тогда мы сейчас попробуем также развернуть ее. На... Так, это сколько было? Это было не 90, это было 180. 180, да? И потянем ее сюда. Ну-ка. Так. И сделаем чуть больше. По S, по оси. По оси Z? Нет. По оси... Нет, по оси Y, да. Вот так мы ее сделаем. Вот так будет красиво. Анти, да? Но она на черном фоне. Вот, это неправильно вообще-то. Это с этим надо бороться. Сейчас мы научимся. Сейчас нам расскажут. Так, теперь здесь Ctrl-T надо сделать, вот так. Ctrl-T здесь появился, мы видим, что у нас по-прежнему на черном. Это говорит о том, что надо нам Mix Color подключить. Смешать этот колор с этим, вот с этой надписью. Так, ADD Search Mix. Mix. Я смотрю, Mix Shader. А, сейчас, секунду. Так, ну тогда мы добавим так. Здесь, тогда найдем здесь Color. Вот он, Mix RGB.
Вот сюда ставим его. Так, и начнем сейчас это смешивать. Так, здесь у нас пускай будет белый чисто, да? Вот так. А здесь у нас будет чисто красный. Так, и теперь надо их соединить правильно. Так, значит так, мы тогда альфу подключим вот сюда фактуру. Вот она. Но так как она вдруг у нас белая, с ни с того ни с сего, то мы подключим сюда. И вот она у нас красная. Теперь нам надо сделать так, чтобы это было белое на это красное на белом. И теперь красный заменяем на белый. А вот вам, пожалуйста. То есть таким образом мы с вами вот сделали такую штуку. Если мы возьмем F12, мы получим таблетка анти. Прекрасно. Больше нам, в общем-то, наверное, ничего не надо. Можем двигать это, скорее всего. Ну-ка, сейчас. Вот так. Где тут у нас было? Подождите. Edit mode. Где тут у нас wrapping был? Ну ладно, пусть пока будет так. То есть, в принципе, все нормально теперь у нас. Вот. Мы можем, конечно, еще раз давайте пройдем. То есть у нас вот здесь включен выход, здесь у нас есть BSDF, принципиальный, да, вот базовый колор мы свешиваем с миксом. У колора мы идем в колор, вот сюда, да, и нашу альфу мы подключили факторы, поэтому и изменили вот эту часть. Мы можем любую таблетку теперь здесь синюю, желтую, какую хочешь. Давайте желтую возьмем. Так. Здесь у нас именно та таблетка, та надпись, какую нам надо. А здесь мы можем с вами уменьшать, увеличивать это дело. Да, вот так увеличим. И потащим куда-нибудь вот сюда. Ну, в общем, здесь можно до невозможности это все всяко-разно, целую кучу надписей сделать, если хотим. Так, локация. Вот так. Оп, многовато. Вот. Если у нас желание будет изменить этот цвет, то надо менять картинку. И здесь у нас URAP вектор соединен. То есть вот запомните эту картинку, скачайте ее себе, и она вам будет очень часто пригождаться и помогать. Я так и сделаю сейчас. На том мы с вами закончим, дорогие друзья. Спасибо автору. Дам на него ссылку. Пока.